Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Небольшой видеоролик, как я упаковываю ваши заказы саженцы сортовой ивы в горшочках. Сейчас у меня идет отправка заказов горшочков с сортом ивушки Маяк-2. Вы посмотрите, какие прекрасные саженцы, какой шикарный длинный прирост прутиков. Некоторые прутики достигают 1,5 метра в высоту. Отвлеклась немножко. Показываю, как я упаковываю. Значит, я ставлю горшок, влажная почва в горшке, в пакет. Оборачиваю это все скотчем крепко. Дальше пакет я обязательно приспускаю вниз, чтобы впоследствии этот пакет не дотрагивался до прутиков, чтобы в этом месте прутики не сопрели. Дальше я беру лист плотной крафт-бумаги, опрокидываю горшок. И вот этот прирост прутиков, это же ивушка. А ивушка у нас дерево очень гибкое. Я аккуратно закручиваю в кольцо. Вот посмотрите, как делаю такой оборот, несколько оборотов прутиков. Дальше сверху на прутья я накладываю лист крафт-бумаги и фиксирую это кольцо в бумагу. Фиксирую. Дальше аккуратно я заворачиваю крафт-бумагу и закрепляю ее скотчем. Фиксирую надежно крафт-бумагу на горшке. Дальше, что очень важно, необходимо дать поступление воздуха к саженцу. Поэтому сверху на бумаге, не сильно нажимая, я делаю такой небольшой надрез и разрываю это место руками. Тем самым я открываю доступ воздуха к саженцу. После этого я беру еще один пакет, потому что одним пакетом здесь не обойтись. Мало ли, пакет прорвется, тогда здесь все намокнет и посылка будет мокрая. Ни в коем случае этого произойти не должно, друзья. Поэтому дополнительный пакет ставлю, уже по максимуму его одеваю на наш саженец. И чтобы это все не болталось, снова фиксирую скотчем. Закрепляю скотчем. Обрезаем. И вот в таком виде, в коробку, в картонную, уже я дальше саженцы складываю и для мягкости их прокладываю обычной крафт-бумагой. Я просто ее сжимаю, да, придаю бумаге объем, и саженцы дополнительно крафт-бумагой уже в посылке вот в таком виде прокладываю, упаковываю. Мои саженцы доходят и на север, и на юг в прекрасном виде. Все это жестко зафиксировано. Чувствуют саженцы внутри себя очень хорошо. Им там и влажно, и сухо одновременно. И совершенно комфортно. Поэтому, друзья, если вы заказываете у меня саженцы, то вы можете быть уверены, к вам придут живые, здоровые саженцы с хорошей упаковкой. А с вами была Катерина Бочкарева. Всем пока!